И всем привет, с вами Джим Рейнер, и я продолжаю проходить Анно 1404, бесконечная игра. Так, хорошо, что у меня по деньгам? Понятно. Ваш визит согревает сердце старика. Источник сырья скоро иссякнет. Скупость подрезает крылья, щедрость окрыляет. Сердечно приветствую вас. Во имя императора, вот, возьмите это золото. Все наши проекты и к вашим услугам. Ай, блин, не то, не то, не то. Где деньги? А, точно. Ну, ребят, давайте речь. Блин. А все. Там будет рад услышать, что вы собирались с мапа хватит. Так, хорошо. Все, запускаем строительство. Превосходно! Так, что за ресурсы надо вам вообще? Так, деревяшки, понятно. Глядите. Деревяшки. Сейчас строительство. Инструменты. Продолжать нельзя. Понятно. Стоп, стоп, стоп. Чё? Где все деньги? Денга? Денга? Вообще как. Торговый путь. Отсюда. Сюда. Погрузить. Инструменты. Ага, вот так, да? И лишнее это. Выгрузить. Ну и выгрузить. Все, понеслась. Одно из ваших предприятий не производит больше товаров. Одно из ваших предприятий не производит больше товаров. С Божьей помощью строители скоро закончат. 80, 300. Не надо. И тоже не надо. Ну, понятно. Помогите. И султан непременно узнает об этом. Извини, чувак. Прошу прощения за это недоразумение. Так осторожненько откатил. Императору понравилось бы в этом городе. Прошу прощения за это недоразумение. Прощаю. Точно, у меня патриций какой-то хрена эйфорический. Так, уравновешенные, уравновешенные, селюки. Селюки, я сказал. То, да нет, селюки не уравновешенные. Давай. Уравновесить. Уравновешенное. Уравновешенное. Опа-на, специй мало. А в чем проблема? Работает же ж. В чем проблема? Я не понял. Опух? Че не таскаешь? Один из ваших кораблей был вачен корсаром. Да гребать-то.
23. Почему не хватает? Производство пришло в упадок. Так, тут нормально все у нас. На одно из ваших зданий напали. Так, тут спокуха, все нормально. Трубы есть вроде бы. Это все, что есть трубы? А нет, еще чуть-чуть есть трубы. Тут есть месторождение железа. О чем бы мне там не сделать, так сказать, новые плантации. Одно из ваших предприятий не производит больше. Так, что тут у нас? Ладно. Тут тоже ничего особенного. И тут ни хрена нету. Проблемы. Так, плывешь. Производство флагман. Пришло в упадок. Это мне и нужно. Одно из ваших предприятий не производит больше товаров. Корсары атаковали один из ваших кораблей. Камень. Ага, понятно. Возьму 50 камня и стекла. А ты возьмешь. Что там еще надо? Ну что ты тоже возьмешь. Все, поплыли. Так, вот флагман тут был. Корсары атаковали один из ваших. Ты задолбали. Производство пришло в упадок. Так. Работа на стройке остановилась. Какая жалость. Так, тут у нас полным ходом работает. Хорошо. Одно из ваших предприятий не производит. Слава тебе, Господи, до сих пор серьезных происшествий во время строительства не было. Ну да, ну да. Благословит вас за вашу отзывчивость. Ага. Нория больше не дает воды. Ебать. Ребята, мне деньги надо. Есть денежка? Так. Ну, вроде бы трубы работают. Блин, работали. Деньги надо, деньги. Ты за это заплатишь. Хорошо, что мне. Так, что у нас там? Сколько? Блин, малюсенький успел. Слава Аллаху. Как приятно вас. Точно. Мне это уже не надо. Да. Уничтожаем лагеря. Может, прибыль небольшая, но хорошо. Производство пришло в упадок.
Так, флагман домой. Одно из ваших предприятий не производит больше товаров. Что у нас там? Да неужели? А, блин. Хлебушек? Да как-то не очень. Специи? Да что мне нравится-то? Наверное, не успевает доставлять. Ладно. Одно из ваших предприятий не производит больше товаров. Так, чё? А, ну да. Корсары атаковали один из ваших кораблей. О, господи, ну ты прям дерзкий парень. Производство пришло в упадок. Блин. Деньги, деньги, трепети деньги. Что надо. О, еще лучше. Да, с этого я до хрена возьму. Вот стопудово, вот, бля, буду до хера возьму. Так. Так, древесина нужна еще мне для полного производства. Блин, побитая. Одно из ваших предприятий не производит больше товаров. Так, все хватает, вроде. Один из ваших кораблей был захвачен корсарами. Ну ты прям дерзкий. Я с удовольствием буду торговать. Оу, yes. Это была отличная сделка. Действительно, отличная сделка была. Так, как тут производство? Вроде бы идет. Да, идет. Нормально. Вы благородный человек. Император, об этом уж не беспокойтесь. Серьезно принялись за работу. Рабочие отлично продвинулись. Скоро все будет готово. Надеюсь, надеюсь. Так, ладно. Игра сохранена. Чё? А, блин, я ещё не выгрузил.
за зона такая? А, это зона подъема. Все, понял. Мне все ясно теперь. Господь благословит вас за вашу помощь. Производство пришло в упадок. Малый торговый. Помощь. Да еб... Так, как тут работа? Вполне нормально. Ты продвигаешься, ты прекрасно. Как тут на этом острое дело? Ну так как. Корабль готов. Одно из ваших предприятий не производит больше товаров. До нейтрального здания больше не добраться. Вам предназначено Царство Божие. Поможет нам Аллах. Эта часть работ скоро будет закончена. Сколько тут народу ходит? Корсары атаковали один из ваших кораблей. А, нормально, плывет. Доплывет. Что у нас тут? Так, теперь мне нужно где-то поместить второй комплекс. Неплохо. Носильщик справится. Блин, плыть далеко не сможет. О, Арго. Ты что тут у нас с ресурсами стоишь? Ты. Погоня. На всякий случай возьму побольше.
Так. Лучше тут построю. Производство. От не хватает. Печаль. А я с собой взял. Вот как знал, с собой взял. Так, бочки вино. Бочки вино. Все, работаем. Так, не хватает производства. Нехорошо будет. Надо бы доп ставить. Одно из ваших предприятий не производит больше товаров. Где-то нужно поставить доп винодельню. А не винодельню, а это самое. Одно из ваших предприятий не производит больше товаров. Так, что такое? Ладно, забираем. Маршрут. Это контора. Первую разгружать вино, загружать вино, корабль этот. Все, пошел. Еще один корабль. Одно из ваших предприятий не производит больше товаров. Погружаем трубы, разгружаем тоже трубы. Хотя, мне кажется, тут и так все хорошо у них с трубами. А тут что-то нехорошо со скоростью работы. Блин, да потому что калич наложили. Гондоны. Надо ж так положить калично. Вот и все. Делов-то. Так, приплыли. Хорошо. Выгружай. Не знаю, тут хлебушка не хватает у вас. Угу. Производство пришло в упадок. Интересы империи. Да не хочу. Не могу.
могли бы вы утроить ваши усилия? Хуй Тоби. Все есть. И сделаем, наверное, вот так. Ну вон, блин, и все поместилось. Господи. Лошары какие-то. Понабирают. Блин. Источник сырья скоро иссякнет. Так, так. А вот тут уже проблема у меня. Тут делаем вот так. Какое там сырье иссякает? Что это? Соль? Блин, дерева не хватает. А, тут у меня еще осталось. Ну конечно, как назло. Тут уже не выкрутится, да. Тут нужно сносить. И... А, не хватило, я думал, не хватит. На одном из торговых маршрутов нет товара. На каком? 14-й. В чем проблема? 14-й. Производство пришло в упадок. В чем проблема-то? Подожди, не волнуйся. Пошел. Все. Тут разобрались. Так, забираем остатки. А, блин, остатков-то почти не осталось. Мне нужно дерево, у меня дерева нету. Проблема. Одно из ваших предприятий не производит больше товаров. Производство пришло в упадок. Так, хорошо. Плывет назад. Ебать! Ну вообще охуеть. Одно из ваших предприятий не производит больше товара. Я тупо дорогу не провел. Это вообще пизда. Одно из ваших предприятий не производит больше товара. А я, блядь, думаю, в чем проблема? Да действительно, в чем? Забираем быстро. Производство пришло в упадок. Что-то уже начинает вырисовываться. Так, самое главное, что хватает мозаик. Я думал, их будет постоянно не хватать. А их хватает.
И слава богу. Блин, только одна. Тут. О, тут две. Прекрасно. Где находится? Нормально. Одно из ваших предприятий не производит больше товаров. Одно из ваших предприятий не производит больше товаров. Сколько несешь? Знаете что, 16-й не нужен. Сейчас он доплывет, а больше, думаю, не надо снабжать. Тут проблема в другом. Так, как тут у нас дела? Тоже как-то вяленько. Чуть вино слабо делается, я не понимаю почему. Но главное, что все довольны, более-менее. Так, тут еще сейчас вино подойдет. Так, откуда еще вино может идти, я не помню. Я его еще где-то ставил. Да, вот тут еще вроде винодельня. Что не так? А вам что не так? А вам что не так? Да вы что, серьезно? Да вы... Где этот торговый путь-то? Нет, не тот, не тот. Одно из ваших... Ну где же ты? Не производит больше товаров. Путь торговый. Я не могу найти. Вот, 8-й. Блять, какой нахуй виноград? Вино. Плюс. Вино. Да, это я там тогда слишком переиграл. У меня тогда было сколько? 8 часов чистого игрового времени. За один день. Это я реально уже переиграл. Только не верите, что и у вас уже по максимуму винограда. Странно, тут винограда нет. Ну ладно. Наверное, еще не началось производство такое. А я-то думаю, чего не хватает. Так, приплыли же, приплыли же. Сейчас увеличим размеры производства. И все будет хорошо. Теперь вы посвящены во все тайны нашего зодчества. Охуеть, чё. Поместятся? Ух ты. Поместились, ты смотри. Так, что за товар плавает? Понятно. Пора уплывать. Колодцы Нории опустошаются. 7-й торговый. Минус 55.
плюс 55. Малое море. Так, а еще? Малый торговый. Так, ага, всего не хватает. Проблема. Стоп. Я знаю, что делать. Рыцари так и рвутся продемонстрировать свою доблесть. Понятно. У меня попросту нету денег. Здесь, на месте строительства, дела идут отлично. Ну и хорошо. Скоро вторая стадия закончится. Что вы тут работаете? На восточном городе? Тут тоже работают. Так. Хорошо, что тут вино? Вроде работает, а вроде и нет. Тут та же история. Патриции. Что не так-то? Хлеба мало. Ну вообще обурели. Производство полным ходом. Вот, даже так. Обурели. Нечего больше сказать. Понятно, не успевает. Тебе кажется, Аллах благоволит строительству этой мечети. О, тут уже закончилось. В данный момент продолжать строительство нельзя. Мне очень жаль. Сколько? Да вы стебаетесь надо мной. 3800. Это пизда. Производство пришло в упадок. Рабочие отлично продвинулись. Все идет прекрасно. Да, как-то тут строят медленнее. Пять и 114. Все могу два раза еще увеличить. Неплохо. Мне подходит. Ай, похуй. Увеличим рандомом. Рандомчик. Все. Колодцы Нории опустошаются. Здесь тут такого не потребует. Это будет печально.
одно из ваших предприятий не производит больше товаров. Одно из ваших предприятий не производит больше товаров. Производство пришло в упадок. Производство пришло в упадок. Я так рад наконец видеть вас снова. Когда даешь, не вспоминай. Когда берешь, не забывай. Момент я не могу. Ебать. И тут же прикол. И где я их у вас размещу, бля? Это мне получается новый район нужно строить. Вряд ли я новый район сейчас построю. Вы должны набраться терпения, пока не будут закончены все необходимые приготовления. Производство пришло в упадок. Ну вообще ебать. Ну чё? Чё тут у меня уголь делается? Сколько у меня тут угольных? А, ну одна добывает, вторая еще нет. Ладно. Так, ну чё, сколько я могу наварганить? Блядь. Сущая мелочь. Охуеть вообще. Просто пиздец. Где я вам это все дело размещу? По идее, это работает только на канаты. Это мы заменим, ну а это останется. Что такое? Одно из ваших предприятий не производит больше товаров.
можно так как-то аккуратненько по краешку провести. Все, провел. Ну, нормально. Пойдет, короче. Буря угрожает вашему городу. Чё? Ладно. Буду надеяться на лучшее. Так, стеколька. Не, плюс стеколька. Плюс стеколька, все. Загружаем. Производство пришло в упадок. Все, по нулям. Уплываем. Так, тут негде. Тут, ой-ой-ой. Даже не знаю. О! Шикардятина, сюда плывем. Все. Сюда. Нет, сюда не буду ставить. Тут. Мы ведь всего-навсего 300. Берите коготки, сестры. Утро вечера мудренее. Одно из ваших предприятий не производит больше товаров.
корсары атаковали один из ваших кораблей. Куда ты плывешь, понятно? Тут защита нормальная. Так, ребята, все хорошо, более-менее, по крайней мере, налаживается. Понятно. Вашему селению не хватает общения. Производство пришло в упадок. Проблемы. Одно из ваших предприятий не производит больше товаров. Ага, то есть либо так, либо никак. Ну, понятно. Мне важно каждое здание. Вашим людям нужен лекарь. Блять, это вот я забыл. Я где-то вот тут. Лекарь. Ставим. Одно из ваших охватывает. Не производит охватывает. Больше товаров. Все, всех охватывает. Одно из ваших предприятий не производит больше товаров. Буря утихомирилась. Последствия? Небольшие. Могло быть и лучше. И хуже, конечно, тоже. Так. Ставим дальше. Ну что, трусишь? Откажешься от поручения? Вот. Производство пришло в упадок. Я же еще не сказал, да. Ладно, выгружаемся. Ох, нихуя себе. До сих пор никто не переживал встречи с этим кораблем. Так оно и останется. Закажу-ка я себе большой военный кораблик. Не знаю зачем. Просто. Так, все торговые, да? Где же мои корабли? Где же они все? Точно. Один тут. Возвращайся. Ты. Я регулярно получаю. Так, они где-то плавают, ну понятно. Делаем производство. Военный корабль. В чем проблема? Я не понял. Ага. Деньги. Но деньги это не проблема. Вы всегда можете рассчитывать на мое гостеприимство.
я уполномочен передать вам. Добро пожаловать. И снова добро пожаловать. Два таких корабля. Два таких. Все, работаем, парни. Собираемся. Где флагман? Флагман где? Блин, непонятно. Вот флагман. А, понятно. Понятно, что он тут делал. Малый торговый. Работаем, парни, работаем. Ох ты, сколько желающих. Нифига себе, 35. А, у меня же не хватает. Сколько? 2600. А мне нужно... Прошу прощения, но сейчас у вас нет разрешения на продолжение работы. А мне нужно 3400. Нет, ты не посмеешь. Ты не посмеешь. Блять. Ой. Кажется, им не нравится. Строительство корабля закончено. Охренеть, что. На одно из ваших зданий давали. Заигрался. Извините, моя промашка. От крестьян уже неплохо. Уже неплохой результат. Если что, можно будет снести вот эту зону. Тут еще поместится. Славник ветра. Общие сборы, ребята. А, так всего то этого нужно было потопить? Или башня всех перемахала? Не, башня не всех перемахала. Нет, кажется, их всех нужно перебить. А где доказательства? Лады. Строительство корабля закончено. Черт, мне не нравится этот затем, конечно. Ну ладно. Знаете что, ребят, давайте я все-таки помахаюсь. Надо. Что-то тут еще одно не... из ваших предприятий, да, еще не закончили. Плюс два малых корабля. Еще вызовем поддержку. Здесь вам всегда рады. Блин. Передавая этот корабль, император демонстрирует свое доверие. Спасибо тебе за доверие. Корабль готов. Производство пришло в упадок. Один из ваших кораблей был захвачен корсарами. Так, а куда я хотел торговый путь держать? Сюда, вот сюда. И еще что-то. Запасы хотел. Воды. Ну, я отсюда сюда буду таскать. Нормально. Пойдет, короче. Так, у Нори вода заканчивается.
Так, 40-летник тут тащит. Хорошо, этого ему вроде хватает. Так, это все? Да, скорее всего, это все. Ну что ж, да поможет нам Господь. Блин, их как-то много. Народ, вас как-то слишком много. В вашем распоряжении есть ноги. Теперь вы отлично разбираетесь в нашем зодчестве. Опа-на, а вот и оно. То есть это нужно было так далеко зайти. Один из ваших кораблей был захвачен корсарами. То задолбали. Парни, вы там где? Не производят больше товаров. Не, я хочу все же завалить их. Так что где вы? Вот они. В атаку. Топим, топим. Гасимся, гасимся. Нет, тут еще. Нет, тут еще сзади тяжеловесы. Все, не, коцаем, коцаем. Нормально. Так, это тоже не убежит. Ребят. Производство пришло в упадок. От нас не скроешься. Бежишь, кому сказано? Производство каждого на этом корабле. Производство пришло в упадок. Вот это типа ножи. Так, я продолжаю. О, вино. Так, я, пожалуй, пособираю тут предметы. Вражеские корабли замечены в ваших территориальных водах. Одно из ваших предприятий не производит больше товаров. Один из ваших кораблей был захвачен корсарами. Так, собственно, вот, это вот хорошая штука, то, что все это появляется. Вот баня, вот клёв. Раньше же не было бани. Ну как раньше? Ну тогда раньше, когда... Ну вы поняли, короче.
Так, и тут нужно поставить баньку. Опа-на. Это тоже интересно. Одно из ваших предприятий не производит больше товаров. Что я сделал? Не тушим? А, не, бежит тушить. Колодцы Нории опустошаются. Улучшаться, ну и хорошо. Чем больше, тем лучше. Говори скорее. Что привело тебя ко мне? Что это такое? Большой турон. Ну понятно, короче. Так, теперь он типа с нами в хороших отношениях. Ну и хорошо. Да, действительно, в хороших теперь. Нет, я загляну сюда. Так, и он. Так, все. Так понимаю, это еще не конец, то ли еще будет. Потому что, я думаю, на следующих стадиях опять они захотят побольше народу. Так они не отцепятся просто. Производство пришло в упадок. Мой порт может показаться вам незащищенным. Однако в случае нужды в моем распоряжении весь флот Султана.
уладить одно важное дело. Не могли бы вы мне помочь? Извини. Дайте о себе знать, когда придет время. Ладно. Одно из ваших предприятий не производит больше товаров. Производство пришло в упадок. Верни. Этот корабль успешно доставит на место любой товар. А, так тут и не надо. Так, у меня было производство сидра. Вот сидр производить я и буду. Так, тоже ж... Ай, тут сидра нет. Игра сохранена. Так, игра сохранена. Не отсылайте нас. Мы безобразничаем. Нам можно остаться... Вот это дело. Так вот, пятый торговый путь. Производство пришло в упадок. Дерево отменяем. Не столь оно важно. Так, сидр. Плюс, минус сидр. Так, и теперь быстро. Корабль какой-нибудь. Вот, ты, плыви. Плыви сюда срочно. Срочнейшим образом.
Так, все, тут больше я ничего построить не могу. Так, пиландрий. Нужен пиландрий. Нужно какое-то такое место. Ладно, вот тут ставим. Там еще пилар не идет, поставим. Пофиг. Производство пришло в упадок. Так, ну повернулся быстро. Да блин, ты что, повернуться не можешь? Блин, где бы его развернуть так? Да развернись. Ну было же. Седр. По рукам. Поворачивай. Самый широкий, что ли? Блин, ненавижу, когда они не хотят поворачивать. Понял. Это была отличная сделка. Посевы взошли. Есть. Одно из ваших предприятий не производит больше товаров.
Блин, как прикольно все соединяется. Вопрос в одном. Хватит ли мне ресурсов на то, чтобы прокормить их всех? Это достаточно интересный вопросик. Блядь. Тихо, тихо. Не психуем. Все. Нормально, нормально. Тихо. Город охрененен. Блин, жаль, выше нельзя поднять камеру. Одно из ваших предприятий не производит больше товара. Так, смотрим. Что-то меня пугает. Количество производящих товаров. Плохо дело. О, зато сюда поместится. Сразу снесу тут. То, блин, будут недовольны еще. Склад заполняется. Ну, тут, естественно, будет писать склад пустеет. Проложить маршрут. Погрузить. Банальное дерево. Выгрузить. То же самое. Ответственный ты. Так, что там за сырье истощилось-то? Понятно. Производство пришло в упадок. Хопана, вот это я забыл. Забыл коммуникации. Так. Пожарная безопасность почти на максимуме. Блин, точно. Так, тут пригодится только одна. Все, теперь им абсолютно ничего не угрожает. Производство пришло в упадок. Так. Производство пришло в упадок. Рид.
Ребята, Рид. Понятно. Одно из ваших предприятий не производит больше товаров. Угу. Понятно. Вот это вот уже мне нравится. То, что было раньше, как-то скучновато даже было. Так, ребята, мне важно знать. Склад пополняется. Прекрасно. Как тут у нас дела? Угу. Посланники обычно тянутся в развивающиеся города. Ваш, к сожалению, не относится к этой категории. Бэ-бэ-бэ. Так, тут духи есть, тут духов нет. Так, нет. Нет. О! То, что надо. Угу. Знакомый остров. Кажется, я на таком же когда-то строил вот это вот, что сладости какие-то. Так, ты кто такой? А, это Корсара тут плавает. Как ни в чем не бывало. Так, по сути дела, сколько у меня там по 30? Ага. Значит, мне нужно еще... Так, сколько мне нужно еще домов? Даже не знаю, сколько. Поскольку они там? Нет, это не те. Вот дворяне, ага, они по 40. Ага. А, ну тогда все понятно. Все. Работаем, ребята, работаем. Домой уже в горожан переделаю всех. Игра сохранена. Этот район вообще что-то не тянется. А, у них веры нет. Понятно. Сколько ты забираешь за ходку? А, это не тот, понятно. Ты сколько забираешь? Что-то маловато, мне нравится мне это. Ой, дворяне. Пока что вроде им все нравится. Склад заполняется, склад пустеет. Ну да. Давай, еще один. Давай, смельчак. Кто тут? Производство пришло в упадок. Ну, кто смелый?
Нашелся смельчак. Все. Крестьяне. Запасы воды. Назад в дерьмо. Но мы открываем права. Ой, сейчас такой поток пойдет. Капец просто будет. Это будет называться пизда рули. Вот прям отвечаю, так и будет. Одно из ваших предприятий не производит больше товаров. Где же мой флагман? Куда он опять делся? Он где-то должен стоять без дела. Я знаю, где он. Вот он стоит без дела. Быстро. Отправляйся. Дельце есть, так сказать. О, потянулись. Молодцы, ребятки. Это очень хорошо, что вы потянулись. Только мне, походу, придется ставить новую церковь. О, это Бог. Ты иди нахуй. Это государственное дело, нельзя больше откладывать. Да мне похуй. Так, хорошо. Что у нас тут? Опа. Одного дерева не хватило. Вы этим займетесь? Кажется, нет. Тогда придется заняться мне. Флагман. Производство пришло в упадок. Чувствую, мне скоро будет не хватать банальной рыбы. Одно из ваших предприятий не производит больше товаров. Да, на этот остров поселюсь. Ого, как рвутся. А, блин. Извиняйте, народ. Церквушка. Так, куда я тебя смогу влепить? Сюда куда-то, получается. Хотя, сюда влеплю. Тут все равно неверующие. Блин, даже не знаю, куда ее влепить. Может, сюда? Нет, ладно. Пожалуйста, разрешите нам остаться. Нам же с этой открыли нам городки. Что тут заполнено уже? Нам заполнено. Вы открыли нам городки, ворота. Так. Я вас не забуду. Нужно новое ставить. Ну куда? Куда ставить эти сраные приюты для нищих? Сюда на окраину поставлю.
На одном из торговых маршрутов нет товара. 12-й маршрут. Нормально. Так. Улучшаемся вокруг этого здания. Кстати, Патриций, вам же нужна безопасность уже. Безопасность — это дело уже такое. Щекотливое, так сказать. Мне нужна приличная зона для такого щекотливого вопросика. Но где ее найти? Вот тут получается. Не все будут получать. В вашем селении не хватает веры. Где? Срать я хотел. Так. А что если вот так сделать? Одно из ваших предприятий не производит больше товаров. Вот так. И все довольны. Я всегда знал, что этот город будет процветать. Молодец. Так, а вот эти четыре здания не трогать. Так, приблизительно как-то вот так. Угу. Так, а вы чего? Засиделись. Че, он тут не Люба? Так. 136 и 132. Как-то странно. Производство пришло в упадок. Угу. Так, вот этот вот район. Этот район переделаем в Патриции, всех остальных не трогаем. Одно из ваших предприятий не производит больше товаров. То, что меня назначили великим визирем, большая честь. Султан мог. Полон жажды действий. Однако он умеет следить советы стариков. О, вот этот вот район еще можно улучшить. Прекрасно. Мне нужно лицензия еще чуть-чуть. Стоп, зачем? Блин. Да блин. Так, ну по идее. Производство пришло в упадок. Открываем право. Что у нас тут? Удовлетворенность как? Производство пришло в упадок. Так, ладно.
сюда. Так, хорошо. Так, хорошо. Так, корабль приплыл уже. Производство пришло в упадок. В вашем селении не хватает веры. Веры? Веры. А маршрут? Погрузить. Что там на 11-м торговом? Так, а что ж тогда у меня нет свободных торговых кораблей? Блин. Игра сохранена. Какие вообще свободные корабли? Опа-на. Тунцер или как там? Одно из ваших предприятий не производит больше товаров. Сколько теперь? Одно. А сейчас?
производство. Ну, если я больше ничего. Так, а что нужно, кстати? Понятно. Ребят, горит. Ребята, все. Нормалек. Блин, это уже нехорошо будет. Одно из ваших предприятий не производит больше товаров. Сколько ты с ракетник приносишь? С ракетник. Так, какой торговый путь ваши будет? Ваши люди не могут удовлетворить потребность в вере. Верь. Плюс. Минус. Все, работаем, ребята, работаем. Где ты там в двери не можете насладиться? Ну уж меня интересует. Ого, сколько охватывает. Неплохо, неплохо. Угу. Что тут дворяны? Что такое? Книги? А что с книгами вот так-то? Одно из ваших предприятий не производит больше товаров. Что такое? Из Нории уходит последняя вода. В чем проблема, я не понял. Все, заводи шарманку. Блин, а что такое? Что такое, я не понял. Одно из ваших предприятий не производит больше товаров. Что ты назад-то ничего не везешь? А где? Я не понял. И на каком же этапе все это останавливается? Так, тут индиго есть. Ребята, давайте-ка не юлите мне тут. Сколько индиго здесь? Ноль. Воды. Такого прикола я еще не видел. Нужно много дерева. Ну, мы возьмем много дерева. Не, давай сюда. Так, как дела у вас? И как вы не можете насытиться этим жемчугом? Одно из ваших предприятий не производит больше товаров. В любом случае, в вашем городе жить лучше, чем в какой-нибудь провинциальной деревне. 6. Все.
на Твин Диго. Вот, это же плохо. Это уже очень плохо. Я не знаю, что с этим делать. У нас тут все в говно. Ну что, улучшаемся. Все выше и выше и выше. Что, все? Нет, еще не все. Производство пришло в упадок. Так, сколько сидра? Мне нужно знать. Сидор отбавляется, понятно. Ваши люди не могут удовлетворить потребность в вере. Часовни. Это ты что? Одно из ваших предприятий не производит больше товаров. Так, вас еще можно улучшать. Так, давайте. Давай, давай, резче, ребята. Я уже свожу с товары, откуда только можно, блин. Месторождение сырья почти истощилось. Пятьдесят из 153. Ты! Да фары меня пугают. Я не такими пуган. Так, еще два здания. Раз. Да, хватает. Сверху хватает. Над вашим островом разразилась песчаная буря. Блять! А, это над этим? Я же обосрался. Как хорошо, что я там еще не построился. Ну все, собственно. Где там эти горожане? Все, горожан унижаем. 3030, да хуя мне их. Население просто огроменное. Производство пришло в упадок. Производство пришло в упадок. Где это там? Ебать, о чем мне об этом никто не говорит? Кажется, наверное, из-за этого. Большая Нория остановилась. Чё ж мне никто не говорит? Это, блин. Понятно. Хорошо, что у меня большие запасы. Жемчуг всё никак. Так, надо будет чуть-чуть кофейка тут побольше расплавить. Пожалуйста, разреши, вы открыли нам городские ворота. Я вас не забуду. Корабль работорговцев. Вот как. Богнение. Где-то еще было одно богнение. Да тут прям как на небесах. А я чего? Помню, что ли? Так. У ваших жителей мало имущества. Книги. Ну, понятно.
Последний торговый. Где он? Пошел. Посмотрим, как будет справляться этот. На одном из торговых маршрутов Ого. Нет товарооборота. 2900 аж. 12-й. Так, 12-й. Ты не нужен. Твой корабль мне пригодится. Так, хорошо. Сейчас нужно уладить ситуацию с Сидром и с книгами. Так, вот у меня даже корабль уже снарядил. Водить его будем, наверное, где-то тут. Чего нам далеко идти? На этой половине. Так. Как у вас тут удовлетворение? Не нравится. Понятно. Какой торговый? Нет, не повезло. Вот. Вот это торговый путь. Давай так. Не хочу, чтобы у меня... В вашем селении не хватает веры. Вер. Я не буду возить отсюда. Так. Пока что они что-то не очень довольны тем, что тут происходит. Капец тут движняк. Вот это да. Вы играете уже 2 часа подряд. Ага. О, точно. Хорошо. Приплыл? Почти. Так. Одно из ваших предприятий не производит больше товаров. Так, сюда. Тут еще песчаная буря не утихла. Плохо. Плохо. Приплыл. Прекрасно. Производство пришло в упадок. Одно из ваших предприятий не производит больше товаров. Блять. Да не, все норм. Теперь вы отлично разбираетесь в нашем зодчестве. Ну вообще шикарно. Вот так вот. Производство пришло в упадок. Песчаная буря уже у нас. Вот и хорошо. Одно из ваших предприятий не производит больше товаров. Производство пришло в упадок.
плодоносящие культуры острова изменены. А, блин, так это что, безвозвратно? Ох, ё. Быстро, плыви. Производство пришло в упадок. С этим я согласен. Вот свободный корабль на торговом пути. Да вы что, серьезно? Да неужели хватает? Ладно. Допустим, хватает. Новый торговый путь. Сюда, сюда. Погрузка. Хотя нет. Сюда. 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 Погрузка Индиго, вырос Индиго. Поехал. А, блин, я ж не назначил. Другой корабль. Ну, давай же. Блин, был уже. Ай, так не получится. Производство пришло в упадок. Посевы взошли. Одно из ваших предприятий не производит больше товаров. Так. Дворянство. Что мне нравится? Пиво? А это уже непонятно. Так, книгами вроде бы они удовлетворились. Так, где корабль? Вот он. Место рождения.
снабжение сырья почти истощилось. Одно из ваших предприятий не производит больше товаров. Ого, 5000, это немало там было. Так. Источник сырья скоро иссякнет. Стоп. Одно из ваших предприятий не производит больше товаров. Ого. Хрена себе, блин. Понял. Чё, уже мозаик не хватает? Хрена себе вы резкие. В вашем селении не хватает вер. Вер. Так, что у нас тут по обеспечению? Так, вроде бы все. Только книг чуть-чуть не хватает. Так, 19-й торговый путь. Как у тебя там? Одно из ваших предприятий не понял. Не понял. А, блин. Одно из ваших предприятий не производит больше товаров. Вот. Поплыл. Все, плыви. Дела идут. Но ни шатка, ни валка. Понятно. Еды не хватает. Не зря торговый путь сделан, не зря. Одно из ваших предприятий не производит больше товаров. Не понял. Одно из ваших предприятий не производит больше товаров. Ладно. Сколько забираем? Производство пришло. А где он? Вот он. Сколько забираем? 38. Понятно. То есть со всего этого всего лишь 38. Очень-очень странно. Я бы сказал, даже подозрительно. Ну, 37 уже. А, наверное, еще не раскачалось просто. Первая поставка как-никак. Колодцы Нории опустошаются. Так, малая Нория. Видите, я занял уже больше половины островной системы. Причем я занял самое хорошее острово. Запасы воды истощаются. Малая Нория. Вечно что-то, слава богу. Так. Как дела? Плохо. Так, поставки книг уже вроде бы идут. Что у нас там? Индиго нету. Работа не стоит. Это хорошо. Производство пришло в упадок. Так и чувствую, что скоро будет не хватать. Не...
Такое неприятное чувство. Имплантация роз. Что? Вы, Роберт, стебаетесь. Восточный кораблик. Торговый путь. Номер 20. Отсюда. Сюда. Сюда. Погрузить. Розы. Выгрузить. Розы. Понеслось. Опа. Тоже плохо. Еще 9 на складах. Так, корабль только там. Причем в очередь. Храбрая команда. Вот потому-то нас и называют. Угу. Работа стоит иногда. Понятно. Пива Андрея не хватает. Надо бы поставить еще пивоварень. Еда. Сравнять, этого вроде пока что хватает. Мясо 24. По идее, скоро все будет валиться. И это очень плохо. Блядь. Ну это вообще пиздец. Где мой флагман? Блядь, флагман там дрочит. Так, где мои плантации? Где мои плантации? Так, то у меня тут что, пиво варится, да? Похоже на то... А, нет, нет, это у нас не пиво. Это у нас не пиво. А где ж пиво? Куда я всунул пивоварню? Я даже не знаю. И это не пивоварня. И это. Где же они? Одно из ваших предприятий не производит больше товаров. Может здесь? Нет. Здесь? Смотрим на карте. Вполне возможно. Пиво? Нет, странно. Почему я тут пивоварню не сделал? Где же я их поставил? Нет. А тут и так у меня пиво варится. Так, откуда ты оттуда и шел товар? Да, вот пивоварня тут у меня стоит. Работает полным ходом. Так, пиво производство и книги периодически. Надо, чтобы накопление книг пошло. Так, где же? Так, нет, это... А, нет, это тот. Это тот. Чё у нас тут? Да, чё-то не хватает постоянно. Индиго. 19. Где это? Это мне нравится. Ты шо, уже назад плывёшь?
Но... А где же товар? А, вот есть, да. Еще от тебя 16. Но, надеюсь, сейчас раскачается и все будет хорошо. Надеюсь. Надеюсь. А пока что Дуля. Так. Блин, это достаточно тяжело. Блин, пиво, пиво, пиво. Вот. Так, так, так. Ну, понятно. Ничего особо сложного. Тем более, зачем тебе шубы? Холодно или что тебе? Нет. О! Но хотелось бы поближе. А поближе, я так понял, никак. Ну да. Производство пришло в упадок. Никак. Плывем? Чего уж сказать. Пиво и книги. Так, этого вроде бы хватает. Дворяне, как там по мясу? Вроде бы держится на этой планке. А значит, скоро будет не держаться уже. Так, я запомнил, 185. Так, сейчас мне нужно найти какой-то остров, где есть много свободного места. Одно из ваших предприятий не производит больше товаров. Блин, нет таких островов. Ну, по идее, вот этот остров еще подойдет. Путь 18? 15? Нет. 17, 18, 19. Какой-то путь. Вот. Ваши люди не могут удовлетворить потребность в вере. В вере. Так, что там? Могу поставить маленький складик? Могу. Так, как дела? Да хребать! Это уже печаль. Вот сколько сейчас тут книг? 16. У ваших жителей мало имущества. Да я знаю. Мало имущества, мало имущества. Понимаю. Книга печатная. Да, по идее, это работает быстрее. Значит, мне нужна книга печатная. Нужно снарядить корабль. Ты. Блин! И не того с собой отправил. Ты кто такой? Бля! Но быстро вывернулся. Сволочь ты такая. Блин. И все корабли в движении, а мы... Что? Какого? Какого лешего? Может, на востоке проблемы? Да вроде норм. Кстати. Двадцатый.
Да как-то мало. Ты... Одно из ваших... Ты почему ничего не взял? Не производит больше товаров. Блин, да не розы. Все, поехал. Поехал. Че, розы медленно растут? В чем проблема-то? Гребать. Охуенность просто зашкаливает. Есть. Хоть что-то есть. Так. Производство пришло в упадок. Все наши проекты и к вашим услугам. Что ж все так калечно? Одно из ваших предприятий не производит больше товаров. Так. Производство пришло в упадок. Колодцы Нории опустошаются. На одном из торговых маршрутов нет товарооборота. Одно из ваших предприятий не производит больше товаров. Так, ну повернулся. Да повернись. Месторождение сырья почти истощилось. О, сырье. Вы заслужили этот успех. В вашем селении не хватает веры. Так, хорошо. Это просто пизда. Не понимаю, как тут можно что-то делать. Именно сейчас. Да мне все равно, хотя бы с рейстом.
Так. Блин. Одно из ваших предприятий не производит больше товаров. Так, хорошо. Я думаю, на этом мы закончим. Собственно, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на